Да, пробки, они, конечно, надоедают, но то же самое и надоедает мыть посуду. Но мне однажды умный человек сказал, ты можешь посуду, ты можешь думать о чем-то глубоком, о чем-то своем, поразмыслить о чем-то, когда у тебя нет на это времени, пожалуйста, ты сидишь в пробке и думаешь о чем-то, что-то у тебя возникает, какая-то идея. Может быть, это даже и хорошо, когда ты побудешь наедине с самим собой.